На Воино-Братском мемориальном комплексе на Всесвятском кладбище города Краснодара накануне собрались священнослужители и горожане. В день памяти и скорби митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершил панихиду по всем погибшим в страшные годы Великой Отечественной войны. У захоронений погибших бойцов собралось многочисленное духовенство Екатеринодарской епархии, благочинные округов Краснодара, настоятели и клирики храмов. Почтить память тех, кто отдал жизни за нашу Родину, пришли горожане, юные представители братства православных следопытов, казаки. В этот день мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны, начало тех суровых испытаний, которые перенес наш народ. Этот день в нашем календаре именуется Днем памяти и скорби. Памяти о тех, кто погиб. А погибло, по современным подсчетам, более 27 миллионов. Наш город Екатеринодар тоже в те страшные годы пострадал. И невинно погибло очень много людей, наших предков. И память о тех людях тоже нами, православными христианами, по-особому чтится и по-особому выражается. Бог наш, Господь Иисус Христос, не есть Бог мертвых, но живых. И мы с вами знаем, что те люди живы, реально живы, и живут сейчас жизнью отличной от нашей, находятся в ином мире. И наш с вами долг, долг памяти – помолиться о них. Митрополит Григорий с духовенством молились о упокоении душ вождей и воинов, на поле брани жизнь свою положивших, от раны голода скончавшихся, в пленении и тяжких работах невинно умученных и убиенных, и всех потрудившихся ради победы. Владыка совершил кождение могил, в которых захоронены погибшие во время Великой Отечественной войны солдаты. Богослужебные песнопения исполнил хор студентов Екатеринодарской духовной семинарии. Это место памятное для жителей столицы Кубани. На табличке военно-братского мемориала значится, что здесь покоится прах почти 6500 воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, замученных за стенках гестапо и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны.